7 человек погибли в результате двух серьезных ДТП, которые произошли в Ивановской области с интервалом в сутки. Их причиной стало грубое нарушение правил дорожного движения. Сначала в Кенишемском районе водитель «Волги», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил транспортному средству, приближающемуся по главной, и совершил столкновение с «Маздой». 4 человека погибли. Смертельной оказалась и поездка для водителя и двух пассажиров автомобиля «ВАЗ». На 133-м километре автодороги Кострома-Иваново «Жигули» 5-й модели столкнулись с грузовой «Газелью». Здесь налицо несоблюдение правил дорожного движения в первом случае. Это несоблюдение очередности проезда. Не уступил дорогу один водитель другому. Во втором случае имел место выезд на встречную полосу. И предположительно усматривается алкогольное опьянение водителя ВАЗ 2105.